Вот напор. Холодная вода. Вот горячая. Все. А холодной вообще нет. Сразу три дома – 66-й, 68-й и 70-й по улице Уфимской – превратились в засушливый треугольник. Вторую неделю жильцы живут без холодной воды. И это в самый пик жары. Люди не могут принять душ, приготовить еду и постирать. В общем, девятый круг ада. Из обоих кранов шла горячая. Кипяток шел. Ни помыться, ни постирать, ничего нельзя было сделать. Но об огородах мы вообще молчим. Мы воды не видим холодной. Попить. Покушать. Мы ничего этого не видим. Сейчас отключили и горячую воду. У каждого дома есть свой огород, куда жильцы вложили усилия и время, чтобы вырастить урожай на зиму. Но, судя по всему, доморощенные овощи так и не дозреют. Под палящим солнцем саженцы превращаются в сухостой, обрекая пенсионерку Валентину Никифорову на голодную зиму. Ну, огород погибает, сам погляди в окно. Уже помидоры вот что повисли. Вот, повисло все уже, слез полечки, как. Вот, а нам жалко. Мы также, у нас и счетчики стоят, и платим мы за все, и все. И, пожалуйста, нет воды, нечем поливать. Год мы трудились, и все посыхает. Чтобы иметь хоть какой-то запас воды, люди всю ночь по ниточке набирают ее во все, что придется. Говорят, давление появляется только за полночь, и то ненадолго. Условия жизни превратились в блокадные, кроме того, в домах проживают и маленькие дети. Вот горячая вода была в кране, горячий хороший был напор. Набираем, остужаем. Готовить. Чтобы готовить. Воду. А холодную воду тогда, говорю, постирать. В 2 часа ночи встала, с холодного крана кипяток шел. Вот горячей водой стирала машинка. Дети есть, так не искупать нельзя ничего. Лето, жара. Уставшие от жажды, зноя и духоты, люди уже обращались во все инстанции. Но, судя по пустому крану, толку от обращений никакого. По словам жителей, управляющая компания кивает на водоканал, а там, в свою очередь, пока тоже не приняли до сих пор необходимых мер, чтобы в кранах измученных горожан появилась столь нужная питьевая вода. Пожелание, чтобы наконец-то разобрались, почему у нас одна атмосфера давления холодной воды. Поэтому у нас капельки могут капать. Больше ничего. Иван Берг, Константин Воробьев. Наше время.